Сегодня в 8 часов утра к новой пристани пришвартовалась флотилия восстановленных катеров времен Великой Отечественной войны. В составе флотилии два судна – бронекатер БК-73 проекта 1125 образца 1938 года и катер-тральщик Хач-581 Туапсе. Экспедиция военных кораблей началась в Тольятти и закончится в Керчи. Наш город находится на пути следования. Участники экспедиции одеты в точные копии обмундирования образца 1943 года, и эта деталь придает экскурсиям, которые организуются на кораблях, особый колорит. Посетителям моряки рассказывают о боевых действиях, о вооружении, которое использовалось во время войны на катерах, а также о боевой службе и бытовых условиях. Кроме этого, экскурсантам будут показаны подлинные экспонаты, поднятые с погибших катеров. Экскурсии будут организованы сегодня с 10 до 16 часов на новой пристани.